Сегодня 6 октября 2015 года. Находимся возле храма, на Храмовском пруду, возле храма пруд. Вот эта дамба. Вот мы продолжаем работать здесь с братьями. Вот там Сергей, Никита и Натихлыч. Каждый занят своим делом. Вот издалека, если показать, вот, работа как идет. Вот этот короб. Вот. 2,85 получилось вместо 3 за счет досок. А вот вода идет отсюда. Вот оно, озеро-то где, сзади. Ну, оно поднимается. Насколько тут вот? От воды-то? Это больше, чем здесь. И вот надо сейчас все перегородить, чтобы вода нигде не могла пойти. И вот братья как раз это сейчас делают, чтобы не проникало. Сама нет. Мы нашли, что это пока самое лучшее, что можно сделать. Видишь как? Мало, немного соломы. Потом слой глины. Глины жирный. И сразу смачивают водой. Льют воды. Лопатой трамбуют. Или там две маленькие есть толкушки. Вот они делают это. А теперь видишь как? Подсыпают глину. Воду. Вот вода должна пойти здесь. Спрашивает, а почему у вас тут поворот получился? А потому что поперек. Вот мы начали ее, и нам нужно вывести на ту сторону. Это самый короткий промежуток. Ну а выводить-то когда на ту сторону надо, а там ров. Теперь надо нам выйти на этот ров, чтобы вода точно в ров попала. И поэтому мы основную дамбу, которая есть здесь, это 6 метров, и там еще 5, 11 метров. Вот такая получилась. Сегодня поставили распорки. Вот отсюда вода будет идти, вот она, уровень воды. Вот первая доска, теперь уровень воды должен быть здесь. Вручную это ставится. Вот. Вот, вода теперь поднялась на 15 сантиметров, то есть уже на 30. Если вот эту поставить, 45, эта вода поднимается. Поднимается и удерживается в озере. Шестьдесят. Ну и верхушка. Вот она вставляется в этот паз. 75. Вот так. То есть предположительно, думаю, что здесь надо поставить будет стояк. Закрепить. Ну это что тут у нас? Как раз брусок. Чтобы вода давила здесь на брусок. Ну а внизу брусок вот так ребром будет стоять. Это уже даже тут ничего не надо показывать. Где у нас тут брусок-то был? Больше нету отрезанного. Ну вот этот хотя бы. Давайте его можем отрезать. Вот так вот. Раз тут брусок, то у нас брусок и будет. Вот так вот. Вот он в середине. Вот он брусок. Его только закрепить надо. Вот тут он упирается в эту, которая распорка не дает. Ну а внизу там бобышку прибить, ровно посередине поставить. А уже вот это-то здесь-то уже, ну, 1,5 метра почти. Тут это выдержит. Тут определенно выдержит. А так может прогнуть и вырвать из этих. Но это только предположительно. То есть сделаем это вода. Гарантии никто никогда о воде дать не может. Никто. Самые лучшие специалисты. И вдруг оказывается проигрыш. Там у одних было, говорит, повыше, что-то маленько прорвало, а рядом железную дорогу смело сразу. Как так, железную дорогу? Да, рельсы висят, прямо показано. У нас в Барнауле как-то был дождь сильный. А дождь сильный что был? Засуха была. Ну и все приходят, батюшка, помолись. Батюшка, все засыхает, воды не дают. Ну, помолились, на поле сходили. Ну, надо бы помолились, да и хватит. Нет, давай на завтра, послезавтра. Как хлынул потоп. В Барнауле внизу, там подземные на вокзале помещения. Там и все эти
как называют, камеры хранения. Все под завязку залило. Машины вот едут, вот так люди, машины просто плывут. Никогда в Барнауле этого не было. Это не опь поднялась, а потоп самый настоящий. Ну а как предусмотреть? Да никак, никогда этого не было. Вот мы здесь сделаем, думаем закончить сейчас, пойти на другой пруд. Вот сегодня сваливает из Мамонтова этот песок, привезли два КАМАЗа, больше поздно, говорит, уже. Завтра, может, несколько КАМАЗов пойдут. Ну и говорит, мы тут купались, те годы проезжали, 80-е годы, пожилые, рабочий приехал, старенький какой-то. Им все это интересно, храм стоит. Вот, когда-то тут Потеряевки не было, а на железнодорожный вокзал-то здесь, ну, теплился. Он не работал, но стояло. Я говорю, а сейчас там ничего нет, а здесь есть. У нас главное это церковь. Вот показал, рассказал ему. Если они приедут еще, ну, Господь даст, выполнит. Заплатили сегодня за 20 КАМАЗов 80 тысяч рублей. И 1100 у них тонна стоит щебень. Но щебень мелкий и нету. Какую-то привезли они, гальку там на мне показать-то. Ну, я воды в нее лью, рукой шевелю в этой, в банке-то, где насыпали-то. Половина с грязи ушла. Да нет, это не грязь, это там битум. Да битум-то еще, я битум не видал, что ли-то. Да вот там где-то улицу сделали, она такая, может быть такая, но у нас совсем другая обстановка. Мы сделали глиняное покрытие, сейчас песчаное, теперь крупный щебень, а потом мелкий. Самое главное, тогда 250 тысяч за щебень. 250 мы не можем. Это совсем не по силам. Сейчас это... Теперь как сделать, чтобы вот эти пазухи все заделать? Просто необходимо заделать. Ну и также сделаем как-то досками. Будем саманить, потому что трамбовать, другого выхода никакого нет. Ну, дальше будет видно. Вон, братья, ту сторону уже почти закончили. Почищать. Сейчас Ольга позвонила из Барнаула. Слышишь, Сережа, эти 700-то, они прирожденные. И Томская епархия написала местной епархии жалобы на меня. А думаю, чего это стоит? Мирянин! Епархии между собой переговариваются, что натравить местного митрополита на меня. Да что он, глупый что ли? Я ему говорил, у нас наши отношения, чтобы заочно никто не испортил. А он говорит, да стараются, показал рога. Он стучит, дескать, рогами. Ты сам засмеялся. Мы молимся. В жизни все бывает. Ну вот вылезли двое, как бесноватые из гробов гадаринских. Они живут в гробах с мощами только, ничего не знают. Жалобы. Ну, я не так понимаю. Я говорю, мощи надо захоронить. Ну, еще дальше-то. Так, натравливают митрополита. Это сергианство, сексотство непрерывное, сотрудничество с властями. Они сейчас властям будут говорить, что я у Гитлера был, где-то в прессе работал или что. Но они найдут. Или полицейским был. Полицаем, вернее сказать. То есть ни над чем не останавливаются. Ну а что я могу сделать? Только жалковать о них, жалеть и молиться. Они, если бы с утра до ночи работали, а Ольга только Борова и говорит, ну пожалели бы вы себя. Я говорю, как жалеть? Ну, ребятам дал указание, а сам сиди и смотри. Я говорю, хороший военачальник дал указание и поехал домой гулять с женой. Я все с ними делаю, абсолютно все. И землю копаю, и долблю, и доски таскаю, и... Ну, главную работу это Володя Пащенко все это засмолил, сделал. Если Господь благословит, мы этот угол закончим. У нас практически вся работа перейдет на тот конец пруда. Там новая земля, и притом черная, и сверху надо теперь переносить жирную глину, делать дамбочку вручную, все это. Уже и вряд ли мы сумеем. Доски выписаны, заплачены, а досок нету. Два пруда остаются незаконченные. Вот такие наши дела на сегодня. Я прошу у Бога благословения, потому что вот это гонение, вот это что делают они, я у Бога выпросил. Господи, как, почему на меня нет никакого гонения? Я так не жил никогда. И они как вырвались два, говорит, как поговорка есть, говорит, как черти из табакерки. И непрерывно гвоздают, гвоздают. Сейчас зашли матеряться, матеряться под разными именами. Ну, какие же это... Люди-то какие?
прям матерными словами. Но я не могу сказать, что именно это они, ну, слова все их, и они видно, что перепечатают друг у друга. Наблюдатель или там еще как-то смотритель, жалобщик, ни фамилии, ни имени, ничего нету. Мой портрет, я с книгами, перечеркнутый красный. То есть лопаются от злости. Что я где-то 20 лет назад сказала патриархе, ну сказал, так вы опровергнете. Он не патриарх был, во-первых, а во-вторых, это факты. Факты из жизни тогдашнего митрополита. Ну и что из этого-то? 20 лет. Злопомнение-то какое? А злопомнение Златоуст уподобляет демону. Это демоны вырвались. Ничем я не знаю. Я работаю, все время работаю. А я их никогда не видел, чтобы они работали. Даже разговариваешь оба одинаково по скайпу. Развалятся, лежат. Ноздрюли одни только видать. Все лежат. Даже минуты свободной нет. У людей как-то есть кабинет где-то. У меня ничего нет. И полная комната людей, и ни один не появится. А здесь постоянно шмыгают что-то. Прямо, ой, побежал ребенок, там закричал. Уж такие любящие отцы. Не верю я в это. За мной ничего они не могут. Зачем бы они жаловались? Они бы сели, спокойно доказали. Доказали? А что они доказали? На Андрея Кураева напустились, а на Степаненко Максима, как бешеные. Ну, уничтожили. Дальше что? Да не уничтожили. Они остались, и таланты их при них. Дивен Господь. Давай, Володенька, продолжим. Что у нас тут есть? А то, ребята, я запечатал, куда-то надо спрятать эти доски, вот эти. Даже не знаю, куда спрятать-то их. Советуйте, братья, куда спрятать. Вот эти запоры-то, шлюзы. Там, где инструмент, где-то рядом. А? Где инструмент спрятан, там где-то положить. Ну, может быть и так. Слава. На время, а то доски-то уплывут, когда вода придет.